Всем привет-привет! И сегодня я вам покажу, как у меня сушится и хранится часть уже высушенных трав. Вот это вот березовый лист, уже сухой. Целый пакет. Это я сейчас вам развязала, чтобы показать. Хранится у меня в простом пакете. Дальше здесь... Это сушеная у меня медуница. Медуница — это вот такие вот цветочки. Синенькие и розовенькие. И здесь тысячелистник. Сушеный уже. Вот он. Вот она, медуница сохнет. И сейчас вам покажу. Вот у медуницы розовенький и синенький цветочек. Вот они. Синенький цветочек — это который уже розовенький, это который еще не опылила. Это лист брусничника. Сейчас можно собирать лист брусничника, почки почистить, помыть. Вот молоденькие листочки, они такие нежные. А уже прошлогодний лист, он темнее и жестче. И тоже нужно раскладывать, чтобы он хорошо проветрился, либо так вспушивать его, потому что он тоже может почернеть. Опять же, вот лист брусничника сохнет. Дальше у меня сохнет крапива. Крапива, когда подсохнет, она уже не злая. Она не колется, можно спокойно ее брать руками. И сохнет подорожник. Вот она еще медуничка сохнет. Она где мне попадается, я ее срываю, приношу, и она мне сохнет. И опять же подорожник. Весь второй этаж у меня занят травами и запасами. И рекомендую вам набрать очень много березового листа. Прям очень много. На всю зиму, чтобы хватило. И можно и отвары делать для волос, для кожи, и просто его добавлять в сборы травяные, лечебные. И также побольше сделать запас крапивы. Вот я набрала чистотела. Чистотел цветет. Тут уже, наверное, не осталось у меня цветочков. Забыла с собой взять камеру. Ну вот. Вот такими вот желтенькими цветочками. И когда его срываете, у него желтый сок сразу же выступает. А у дуванчика беленький, а у этого желтенький. Вот он. Вот желтый сок. Вот они, цветочки. И можно выводить бородавки. Можно его заваривать и ополаскивать. Тело, разводить его, как березовый лист, нужно разводить отвар березового листа. Также его добавляют в сборы. Я вот сейчас разложу его посушить. Так, как я собираю? Это вот брусничка, лист брусники, молоденький. Очень хорошее мочегонное средство. Почистить почечки. Само то. Нарастет вот такими вот грубками. Вот еще. Вот она. Вот такая вот. Это молодая. А уже прошлогодняя. Вот такая вот она. Темнее лист и жестче. А вот это вот черемша. Вот это. Вот у нее такие темные ножки. Вот она, брусничка. Вот они, полянки. Вот брусничка. Вот
это вот папоротник. Вот он. Вот это вот хвощ. Вот у него такие, как елочки. Вот он, все его знают, все в детстве их рвали. Помните, мы с вами раскладывали чистотел? Вот прошло 3 дня. Вон, некоторые еще не высохли, а некоторые вот листочки уже подсохли. Он немножко пожелтеет, это ничего страшного. Набрала кучу крапивы, корешки у нее обрезала. Сейчас тоже что-то уберу и разложу сушить.